30 марта в зале детской школы искусства Аула Кашхабли прошел зональный тур 3-го республиканского фестиваля исполнителей произведений композиторов Республики Адыгея. В нем приняли участие три района нашей республики – Кашхабльский, Шаргиновский и Гиагинский. Отборочный тур проходил по двум номинациям – вокал и фортепиано. Участников оценивало жюри в составе заведующей отделением академического пения имени Умара Атхабисимова Шамсет Куфанова и преподаватель фортепианного отделения Саида Гутова. Много эмоций у присутствующих вызвало вокальное исполнение песен композиторов нашей республики.
Ma, ora che ho avuto questa babsi, sono sempre in un'altra.
В классе фортепиано победителями стали Васильева Диана и Гутова Зайнаб. По классу вокала Шалбаев Дамир, Хасанова Белла, Киасова Диана. Вокальный ансамбль детской школы искусств села Натырбово также прошел на республиканский тур. Победители будут представлять наш район на республиканском уровне.